Всем привет! Очень рада нашей встрече. Вы находитесь у меня на канале. Я здесь снимаю распаковки сайта iHerb. Это американский интернет-магазин, где мы заказываем полезные и интересные товары. Очень рада, что сегодня ко мне курьер привез вот эту посылочку. Уже пришла, поставила камеру, вскипятила чайник, потому что знаю, что там у меня должен в этой посылочке прийти ройбуш зеленый органический. Поэтому очень хочу успеть его заварить, потому что он заваривается не сразу, ему нужно время, несколько часов. Я его завариваю в термосе. Поэтому сейчас хочу вместе с вами по-быстренькому успеть все это сделать. Вот так он выглядит. Ройбуш. И здесь написано именно, что он грин, зеленый ройбуш. Без кофеина он. Минералы в нем, эти микроэлементы, и это антиоксидант отличный. Я заказывала уже такой чай, здесь 454 грамма. Мне он очень понравился, я вообще обожаю просто ройбуш. И когда он у меня закончился, мне его хватило где-то примерно на 2 года. Я тоже хотела его заказать снова и нечаянно не разобралась, то ли торопилась, уже не помню, короче, как это было. Но суть в том, что я заказала вот такой вот ройбуш и не посмотрела, что он не зеленый. И заказала его. И вот какое-то время я его пью, конечно, да, но когда я говорю слово ройбуш, мне всегда вспоминается почему-то вкус именно вот этого моего первого зеленого чая. Поэтому вот именно при вот этом, вот когда я говорю это слово ройбуш, у меня сразу ассоциация именно со вкусом того моего вот любимого зеленого ройбуша, не ферментированного. И вот как я не пыталась заваривать просто ройбуш, да, то все равно вот я вот чувствую, что я хочу ройбуш, я его завариваю, а вкус не тот, о котором я мечтаю. Ну, короче, так мне и пришлось. Все равно никак себя не обманешь, и все равно мне пришлось заказать зеленый ройбуш. Они совершенно разные. Вот так вот выглядит зеленый ройбуш, а вот так вот выглядит обычный ройбуш. Ну и, соответственно, как вы понимаете, да, и запах, и вкус у него совершенно другой. Сейчас я возьму вот такой вот свой термос, бутылку, которую я тоже покупала на iHerb. Отличная вещь. Я покупала для лета, для того, чтобы вода не становилась горячая, потому что у нас было очень жаркое лето. И в пластике вода, если ты находишься на улице, очень, ну, через какое-то время уже становилась, конечно же, горячей. И поэтому я заказала вот такую вот бутылку термос из нержавейки. Она там, вот от этой фирмы я еще заказывала отличный крем для защиты. С полтинником тоже вот его уже несколько раз заказываю. И в следующем году тоже закажу. И они есть вот из нержавейки. Потом разного цвета есть. И здесь очень удобная такая вещь. Вот так вот вы завариваете. Потом вот так вот закручиваете. И пьете. На пляже, когда я заваривала чай, я вообще делала вот так. У меня было. Мне даже не приходилось с собой бокальчик брать. Потому что я вот так брала. Вот так наливала себе чай, пила его и закручивала снова. Мне очень нравилось. Короче, сейчас будем заваривать ройбуш. Вот возьму. Две у меня есть такие вот десертные ложки. Двух ложек на такой объем. Здесь, по-моему, 750. Должно хватить. Заливаем кипяченой водой. Я вам вот здесь вот в инфобоксе оставлю ссылку и на зеленый чай, и на обычный, потому что я знаю, что точно так же вот очень много любителей
как зеленого чая, так и зеленого ройбуша, так и обычного. Ну, это просто вот дело вкуса, и вы не поймете. Вот если я вам сейчас говорю, да, что вот мне прям нравится зеленый чай, это одно. А вам, чтобы понять все-таки, ну, что вам больше, вот по вкусу ближе, это в любом случае придется попробовать. Так, никакие мои объяснения, они вам не дадут понять, вот какой вкус вам больше понравится. Это в любом случае индивидуально. Мне вот так вот случилось, я попробовала и тот, и теперь я точно знаю, что ройбуш мне нравится, но люблю и обожаю. И прям вот весь мой организм и все мое обоняние соскучилось по зеленому ройбушу. Вот так вот я заливаю кипятком, и какое-то время, ну где-то примерно полчаса, пока вот идет пар, он у меня стоит открытый, он у меня дышит. А потом уже, когда уже пар исчезнет, я уже закрою крышечку, и он будет дальше стоять. И вообще вот этот весь ройбуш, как красный, так и зеленый, если вы хотите, например, с утра его пить в первой половине дня, то лучше заваривать его с вечера. Если вы хотите его во второй половине дня пить, то лучше его заваривать с утра, чтобы он уже настоялся, и вы прям полностью отдал вот... Вообще его там либо варят, либо вот так вот заваривают в термосе. Просто вот так вот, например, залить в чайничке, и там, чтобы он постоял, ничего не случится. Вот только два варианта. Либо в термосе, либо его варят еще, я знаю. Вот, я теперь... Очень-очень снова счастлива. Очень снова я счастлива. Пакет просто огромный. Вот кажется 475 граммов. Но здесь так много его. И вы же все равно его не пьете каждый день. Вот мне прям хватило на это, на 2 года. Причем вот здесь написано, что вы прям заливаете его 3-5 минут и можете пить. Но ничего такого вообще не происходит. Это прям вот нужно, чтобы он долго настоялся, заварился, и только тогда вы весь его прикол, конечно же, ощутите. USD Organic, органический зеленый ройбуш. Прям вообще, прям супер. Я прям счастлива. Теперь что у меня есть? И зеленый ройбуш, и обычный ройбуш. Вот, обращайте на это внимание. Дальше у меня здесь следующая вот такая вот штука. Что тут у меня может быть? А, еще вот из чаев у меня вот такая вот штука есть здесь. Я заказала этот. Лиска попросила у меня корни и листочки одуванчиков заказать. Вот этой вот фирмы. Нам вообще именно началось все с этой фирмы, что мы полюбили и одуванчик. Потом я заказывала корень обжаренный, высушенный тоже от Frontier. Но вот здесь вот просто очень удобно. Корень его тоже нужно заваривать отдельно. Он так быстро не заваривается. А здесь очень удобно, если хочется с утра вот попить какого-то такого чая, который такой ровный по вкусу. И как-то здесь и листочки есть, и корешочки. Мне много раз тоже спрашивали, какой он по вкусу. Это сложно описать. Вкус у него не яркий, но он такой какой-то своеобразный, особенный. Раньше у меня очень сильно Лиза его любила со сливочками его с утра пить, ей очень нравилось. Но самое главное, что он полезный. Вот от этого бренда мне еще нравится, я заказывала чай с эвкалиптом. Он у меня сейчас лежит, кстати, в пустых баночках, тоже нужно будет снимать видео. У меня один пакетик остался, тоже мне очень понравился чай с эвкалиптом. Вот здесь вот я вам ставлю, как он выглядит, вообще отличный. Особенно вот когда вот приходишь, такое ощущение, вот что ты как-то перенагрузилась какой-то информацией, какая-то вот эта вот такая есть у тебя, например, вот тяжесть в голове и в теле, но ты не можешь, например, пойти в душ. Обычно это помогает, помогают какие-то водные процедуры, да, ты там вот как-то вот смылась все это, там в тепле побывала, тебе хорошо. А если, например, ты это сразу не можешь сделать, да, то вот что-то вот такое вот нужно. И вот эвкалиптовый чай, он прям вообще так, он как-то вот и душу, и тело, и мозг как-то вот он так вот прям вот приводит в чувство, вот какую-то легкую головную боль убирает такую, вот какую-то вот прям вот бывает такое, вот часто у меня, особенно сейчас вот Лиза из школы, когда приходит, вот что вот так вот прям какая-то нагруженная, вот эту нагруженность, ее как-то нужно сначала снять, я вот ей завариваю, вот она мне пишет там, например, да, сообщение там: мам, завари мне чай. Я ей завариваю его, она его сначала пьет, а потом уже кушает, потому что сначала нужно как-то вот эту вот усталость снять, а потом уже как-то приступать к еде уже с хорошим самочувствием.
Потому что если вот так с плохим самочувствием наесться, то потом вот еще как-то тяжелее становится. Вот, так что я эвкалиптовый чай тоже обязательно закажу. Он здесь в индивидуальных пакетиках, здесь все. Вообще там очень много чая у этой фирмы. Я знаю, с малиной заказывают, с листьями малины. Вообще большой спектр. Он такой считается традиционный медицин. Короче, он такой, как бы, ну, лечебный. Там каждый чай, он для каких-то лечебных целей используется. Такие пакетики здесь бумажные, что немаловажно. Внутри вот такой вот чай. Он, конечно же, не задержит кофеина. Здесь только цветочки, листочки и корешочки этого нами любимого растения. Никаких железочек здесь нет. Только вот такая вот бумажечка и ниточка. Просто очень интересный, своеобразный вкус. Я очень рада, что я вообще его попробовала. Вообще, очень мне нравится вот эта вот тема и одуванчиковая, и цикорий, и чаменя, и так далее, и тому подобное. Все такое вот полезненькое, вкусненькое. Нам непременно нужно все это употреблять. Вот, из еды, наверное, тут все у меня из еды. Даже не знаю, тут как тут из еды или не из еды. Заказала этот раз 3 препарата от Солерей. Один мегакварцетин у меня, другой Пао де Арка и третий Босфелию заказала. Все заказала от Солерей. Раньше Босфелию я всегда заказывала от, как она называется-то, вот эта вот французская фирма. Сейчас скажу, Солерей сказала и улетела из головы. А, Солгар. От Солгар, короче, я раньше заказывала Босфелию. И каждый раз я ее пропиваю. Стараюсь пропивать 2 раза в год. Неплохо было бы ее пропивать, конечно же, потому что она вообще разного рода воспаления в нашем организме подлечивает, заживляет. Смола коры Босфелии. Здесь 60-65% вот ее у этой фирмы. У нас происходят разные внутри процессы, да, и вы не всегда знаете, что в данный момент где-то какие-то воспаления есть, вот там на клеточном уровне, в слизистой желудка, там в сосудиках, там какие-то микротрещины, микротравмочки. И вот Босфелия, если вот ее взяться, например, да, и пропивать вот так вот осенью, месяцок попить, вот здесь, например, по одной капсуле нужно пропивать, здесь 60 капсул. Вот нам с Лизой хватит как раз на месяц. Мы ее пропиваем, я осенью стараюсь пропивать и весной стараюсь пропивать. И я так понимаю, что вот, ну, я сделала полезное для организма. Даже если что-то там было, оно все у меня подлечилось. И мне от этого хорошо и спокойно я себя чувствую. Потому что никто вам эти микровоспаления не найдет у вас внутри. Вас найдут только тогда, когда это будет какое-то максивоспаление. А так вы периодически помогаете своему организму вот именно с чем-то внутри, вот с таким вот справиться. Полюбила это я экстракт Босфелии с той поры, как вылечила свою пяточную шпору. Я пила Босфелию, мне посоветовали пропить Босфелию и мазать еще обезболивающим лечебным кремом. Была такая фирма, сейчас ее, к сожалению, уже нет в наличии. Она под запретом в России, ее нельзя купить. И, кстати, в Украину тоже нельзя купить. Вот, но с тех пор вот я полюбила очень сильно Босфелию и очень много информации о ней прочитала, насколько она полезная, и я вот теперь вот всегда стараюсь это делать для себя лично и для своих родных. Это никакая не химия, это полезная растительная вещь, которая подлечит все микровоспаления в нашем теле. Потом у меня здесь кварцетин, здесь все в капсулах. Кстати, могу вам показать, какие здесь капсулы, если интересно, про Босфелию. Почему взяла Солерей? Ну, вообще, в принципе, это не имеет значения никакого. Тут одна фирма хорошая, что там эта фирма лучше, чем другая. Нет, на iHerb очень много фирм достойных, очень много фирм. Просто нужно выбирать. Мне, например, не очень нравится у Солгар, что у них все в стекле.
Во-первых, это тяжело, во-вторых, это не очень у меня как-то встает друг на друга. Мне нравится, когда вот так вот встают друг на друга предметы, когда они падают и не разбиваются, поэтому мне как-то в пластике спокойнее. Кстати, вот у меня есть, сейчас я допиваю PQQ-10 и с наком, и с глутатионом, тоже от фирмы Solaris. Дело даже не в том, что там, например, от Salgar лучше, или от Solarene лучше, или там от Неоцел, или еще что-то. На Херп вообще очень много достойных фирм. Просто нужно выбирать по своему, вот по столько, сколько вам нужно вот этих вот миллиграмм, да, там в одной капсуле. Как вы будете принимать? Вот мне, например, нужно так, чтобы этой смолы было вот 65%, да, чтобы это был экстракт смолы. И мне нужно так, чтобы мне и Лизе хватило, да, вот я вот так вот выбираю. Здесь 60 таблеток, и как раз на месяц, вот, ну, чтобы ничего там не перекраивать. Все, ты купила, это сделала, и ходишь спокойно и довольна, и знаешь, что что-то ты сделала полезное для своего организма. Очень приятно у нее такой смоляной какой-то деревом и ладаном чем-то пахнет. Вот такие вот капсулки небольшие, очень удобные в применении. Так, потом, что тут у нас по поводу кварцетина. Кварцетин я всегда держу в своем шкафу для того, чтобы это у меня как антигистаминное средство. Вообще, у кварцетина, у него очень много полезных свойств, очень много полезных свойств. Как бы мы сейчас не будем здесь все перечислять, это кому нужно, он сам все это найдет, вся эта информация есть. Точно так же, вот когда вы перейдете по ссылке в iHerb, в этот продукт, да, вот у вас выйдет вот эта вот баночка, и там внизу написано под знаками там кварцетин. Вы можете нажать на него и все прочитать, и узнать, какой кварцетин есть. И вообще не ленитесь, iHerb вообще, они такие молодцы. Вот я всегда в самом низу читаю полезные всякие статьи, да, и там очень много полезных статей. Я даже читаю то, что меня, в принципе, вообще, ну, как бы не касается, там у меня нет таких диагнозов, но я с удовольствием всегда и именно с информацией там знакомлюсь. Но конкретно я кварцетин держу в своем шкафу всегда как антигистаминное натуральное средство, потому что это натуральное антигистаминное средство. И когда, если, например, вот сезонные аллергии, а у меня, например, у Лизы не столько летом какие-то аллергии могут быть, как именно весной, вот на вот это вот нагниение, на все, вот такой вот насморк вот этот аллергический может появиться. Сейчас, конечно, его уже не так много, как раньше. Раньше постоянно вот у нас вся эта история была с годами, вот уже я третий год или четвертый уже на iHerb, уже это не так значительно и не так ярко выраженное, но тем не менее, даже если когда вы просто чем-то заболели, не обязательно, что у вас аллергия, никогда не забывайте, даже если вы до сих пор лечитесь химическими таблетками и покупаете их в аптеке, там, вы покупаете набор там чего-то там, то не забывайте покупать всегда пребиотики к этому, к вашему комплекту, и обязательно всегда покупайте антигистаминные средства, потому что никто не знает, как вот эти все таблетки, они у вас там в организме сложатся, что там будет, а антигистаминные средства всегда нужно пить. Я вот поэтому держу именно кварцетин. Сейчас у меня кварцетин есть, он у меня всегда есть в наличии. Сейчас я вам его покажу, какой он у меня. Просто он у меня заканчивается, а я не люблю, когда у меня что-то заканчивается. Вот у меня сейчас кварцетин с бромелайном от NAU, тоже чудесный кварцетин. Тут буквально осталось вот столько вот капсул. Если хотите, я вам и на него оставлю ссылку. Здесь 120 капсул. Но здесь нужно 2 капсулы принимать. А здесь нужно будет только одну, потому что это мега-кварцетин. Здесь другая немножко концентрация в одной таблетке. Вот, теперь кварцетин тоже у меня есть. Дальше, что у нас с вами? Дальше у нас с вами паудуарка тоже от Solaris я взяла. Почему взяла паудуарку?
Я в прошлый раз еще, когда хотела купить все эти элементы и по удуарку, и там что-то эхинацея отдельно, все отдельно я хотела купить, мне вдруг встретился вот этот вот препарат от Wellness Формулы, и я увидела, что здесь, блин, здесь все это есть, оказывается, и оливковые экстракты, и эхинацея, и что только здесь нет, и имбирь, и каенский перец, и палу-де-арка. И я так подумала, думаю, блин, и как раз он был в наличии, думаю, ну, возьму его. Но, честно говоря, вот из-за того, что здесь нужно принимать 6 таблеток, просто если вы не болеете для укрепления иммунитета, и несколько раз по 6 таблеток, когда вы болеете, ну вот ребенок, например, у меня на такую тему вообще никак не ведется. И как вот я ее не заставляю, да, она у меня никак вот не хочет вот такое количество таблеток пить, она у меня больше предпочитает вот самбуколом лечиться, а мне все-таки вот что-то такое нужно, и тем более здесь вот я вообще очень сильно люблю кору муравьиного дерева, я вообще ее обожаю, и здесь ее всего лишь 30 миллиграмм, это очень маленькая дозировка вообще, в принципе, ни о чем, и отдельно вот эти все элементы, я вообще как бы сама даже для себя поняла, что мне просто нравятся отдельно все элементы. Отдельно цинк, отдельно палу-де-арка, отдельно эхиноцея. Мне вот так как-то отдельно кварцетин, вот так мне больше нравится, чем вот такой вот штуки. Как-то она для меня, вот я очень много слышала о ней хвалебных отзывов вот от этой Wellness формуле. Много-много раз. Никогда ее не покупала. И тут так получилось, что она была в наличии. И мне как раз вот эти вот все элементы нужны были. Я попробовала. Я могу точно сказать, что я не испытала никакого дикого комфорта, ой, дикого восторга от нее. Ну, вообще ни холодно, ни жарко, честно говоря, нам от нее не стало. Вот здесь 240 капсул. И как-то они для меня, ну, в принципе, никак не прошли. Я не могу сказать, что это восхитительный препарат, и я прям готова прям за него вот прям точно сказать, что он работающий. Не сложилось у меня такого впечатления. Зато про кору муравьиного дерева я прям могу однозначно сказать, что это работающий препарат, вообще противовирусное средство, просто вот супер вообще, отличное средства. Мне вот так вот, когда отдельно все, гораздо больше нравится. Я тоже покупала разных фирм, и раньше, по-моему, от Нау, да, мы покупали по ударку. Сейчас она в Россию запрещена, и от Меркл я покупала. Этот раз вот возьму от Соларе, все запаковано. Здесь 550 миллиграмм в одной капсуле, и тоже нужно одну, и тут 100 веганских капсул, вот такого вот черного цвета. Короче, вот такие пироги. Кто это? Кто вообще, ну, считает, или кому-то прям вообще супер прям зашел этот препарат, тоже напишите мне в комментариях, какие у вас положительные от него были впечатления. Мне просто интересно вообще вживую, есть такие люди, которым, ну, хотя я в принципе же тоже же у блогеров видела вот эту вот вещь. Но все равно в комментариях напишите мне, кому вот, например, вот этот препарат прям конкретно, прям супер как помог там. От чего-то там укрепил, подкрепил. Мне прям очень, очень интересно. Дальше еще у меня здесь вот такая вот штука будет. Это я заказала алоэ вера концентрат. Почему заказала такой небольшой флакончик? Можно было заказать и побольше. Мне, во-первых, нужен был концентрат. Это раз. Я, если даже его и буду сама пить, то, естественно, я буду несколько капелек здесь вот, да. Я прочитаю, какое количество здесь нужно будет. Несколько капель просто добавляете воду и пьете. Я много-много лет, когда и на Гербалайфе покупала продукцию, на Гербалайф фирме, и фирма НЛ Националь, да, я покупала продукцию. Я очень много лет назад покупала алоэ, концентрат алоэ или алоэ, вот такую вот жидкость я покупала еще тогда. Вот, ну, вот такая вот баночка, 1500 рублей она стоила. Мы ее всегда покупали с приятельницей напополам. И ее и пить было очень хорошо. И мне больше всего она нравилась в набулайзер ее наливать, с
натрий-хлоридом, что ли, там перемешиваешь, и дышишь ей, когда насморк, кашель, горло болит. Вот тогда мы пользовались этим средством. А сейчас, к сожалению, у нас нет ни Националя, ни Гербалайф. Как-то я вот нигде не встречаю этих людей. Но суть даже не в этом, а в том, что эту жидкость и очень полезно пить вообще-то, да, там. И такую маленькую я заказала, потому что мне нужно... Я сейчас делаю маски, из касторового масла я делаю маски. Вообще очень много я использую масляного всего для лица. У меня кожа тонкая, сухая, старенькая уже. Мне такое вот промасливание я вообще обожаю. И лица, и волос, и вообще всего. Вот. И внутрь очень много масла я употребляю. Внешне есть у меня такая тема. Вот. И что хотела сказать там? Я делаю такую маску для волос. Я завариваю чай, ну, где-то, может быть, раз в неделю, может быть, раза два в неделю. Но суть в том, что я хочу ее делать в баню. Я хочу ее делать не дома, а в бане, чтобы она с таким, с максимальным теплом и соединялась. Как на улице холодно. Аж даже придется мне сейчас форточку закрыть. Короче, у меня есть касторовое масло. Я его больше не столько внутрь использую, как именно снаружи. Мне очень нравятся вот здесь такие вот капсулки, да. Я беру с собой две капсулки. Вот этот вот концентрат алоэ я буду брать. Здесь вообще как бы изначально эта маска, я ее увидела, как ее вот этот вот касторовое масло смешивают с гелем алоэ. Такой, который в банке у нас большой. Сейчас я вам покажу. Вот, вот с таким гелем его смешивают. Вот в этом рецепте берут касторовое масло, перемешивают его вот с этим вот гелем и наносят на лицо. В области глаз, вот горячий зеленый чай, в него кладут ватные диски и вот так вот прикладывают к глазам, как бы чтобы тепло, чтобы теплое было, чтобы это был зеленый чай, касторовое масло. Алоэ, и вот так вот глазам прикладывают, чтобы не появлялись и убирались морщины. Но я даже не с этой целью, а вообще просто питаю свою кожу и касторовым маслом тоже. И что хотела сказать? Мне вот этот вот алоэ, мне он просто по запаху вот очень не нравится. Вот у меня дочь его очень любит. Вот это, наверное, вторая банка за всю жизнь. Хотя здесь банка, она такая нескончаемая. Она начинается и не заканчивается. Вот есть люди, которые его очень любят, я знаю, но вот это вообще не мой запах, и я не хочу вот как-то вот с ним соединяться, это не мой запах. И поэтому я взяла концентрат алоэ, буду брать вот этот вот касторовое масло, я всегда хожу в баню с зеленым чаем заваренным, с ройбушем, ну там суть даже не в том, какой там чай, самое главное, чтобы что-то было горяченькое. И вот так вот вы все это смешиваете, наносите, и потом вот этим вот чаем, ватным диском вот так вот все протираете. Мне очень нравится вот этот вот эффект. И поэтому я взяла, сейчас я, кстати, вот его открою. Вот он здесь так зафольгирован, мне просто интересно, что тут по запаху и вообще. Надо посмотреть, кстати, сколько нужно капелек и куда и зачем размешивать. Сейчас я посмотрю. Очень интересно. Очень интересный вообще прям цвет. Сейчас вам покажу. Так. Вот сейчас хочу взять полстакана воды. И, как здесь написано, нужно принимать по 1/8 чайной ложки этого приятного на вкус концентрата ежедневно. Как бы я так понимаю, что в принципе вообще можно, даже не разбавляя. Чтобы растворить, смешайте содержимое флакона 118 мл почти с 5 литрами, 4,73 литра чистой воды. Как бы это вот на 5 литров практически размешивается. Но мне вот интересно, вот такого вот он цвета. Мне интересно просто, какой он на вкус. Я сейчас попробую. Я бы, например, и не стала ничего тут размешивать. Ну, в принципе, как бы понятно, что ребенку или так вообще можно. Это все подливать. Сейчас вот я лизочку размешаю в воде. Отнесу, все, пусть пьет. По вкусу, в принципе, практически то же самое, что тогда вот мы покупали. Я сейчас вспомнила вот этот такой вкус у алоэ, такой своеобразный. Короче,
Хорошо, что я взяла вот эти 118 миллилитров. Мне прям вот как раз вот то, что это концентрат, а небольшая бутылка, чтобы с ней не носиться. Мне вот так как раз будет удобно. Сейчас, секундочку, отнесу ей. Сейчас у нас будет с вами небольшой перерыв. Мне тут нужно будет кое-что сделать. Вот чай у нас, видите, еще идет. У него пар. А мы с вами увидимся немножечко попозже. Сейчас кое-что нужно мне сделать. Дождь пошел. Ну вот мы снова с вами можем немножечко побыть вместе. А то никак нам не дадут закончить начатое дело. Постоянно что-то нужно выполнять по дому, какие-нибудь, какие-то задачи. Ну, у нас осталось не так много с вами продуктов, в принципе. Тут вот такие вот три штуки, мои хотелочки для осени. Одна осталась для здоровья. Сейчас ее быстренько раскрою. Все, что приходит в таких кукольках, это означает, что это стекляшечка. И да, это стекляшечка. Это я взяла гинку Билобо. Лист гинка Билобо 2000 миллиграмм. В капельках специально взяла. Для того, чтобы либо просто с пипеткой в рот ее наливать себе, либо растворять в воде. Специально взяла именно для того, чтобы немножечко, вот сейчас в осень, у Лизы 11 класс, это для мозговой деятельности, очень нужно для правильной работы мозга. Вот такой вот листочек не стала брать в таблетках, именно мне захотелось именно в капельках этот продукт взять, такой вот экстракт. Честно говоря, ни разу вообще не брала гинку Билобо, но знаю, что вообще отличное средство, в принципе, и мне его с удовольствием неплохо было бы попить, потому что я так предполагаю, что это всем полезно. Вообще у него очень много своих свойств, тех, которые для чего вообще пьют гинка Билобо, там большой список, если почитать вообще для чего. Но я вот конкретно именно для улучшения мозговой деятельности. Хочу именно для этого вместе с дочерью попить. Поэтому и взяла в капельках. И вот такие вот две такие хотелочки у меня для осени. Это ретинол с витамином А. Вот такая вот сыворотка. Осень наступила. Пора нам, девочки, за ретинол приниматься. Вот от этой фирмы, от Этазелик, я уже брала, у меня как раз сейчас в пустых баночках лежит сыворотка с пикногенолом. Я ее тоже закажу обязательно. Я вообще обожаю пикногенол. Это мое любимое средство, как внутрь, так и снаружи. Вот, что я только с ним не делаю, с пикногенолом. Да, и ем, и пью, и на себя намазываю. Я его просто бесконечно вообще люблю, пикногенол. Мне кажется, это вообще лучшее средство для омоложения и для того, чтобы себя хорошо чувствовать и внешне, и снаружи. Так, все здесь запаковано. Все это в стекляшечке тоже приходит, в темном стекле. А пикногенол, все, как только вспоминаю про него, что нужно заказать, каждый раз его нет в наличии. Наконец-таки вот дождалась и он закончится. Сейчас, видимо, как-то неправильно я тут начала раскрывать. И он мне не поддается. Я дождалась, когда он совсем у меня закончился. Ну, это ничего страшного. Я его обязательно закажу, потому что я его постоянно заказываю. А вот сейчас осень, как раз время ретинола. Гликолевой кислотой я пользуюсь постоянно. И сывороткой с ретинолом я тоже сейчас буду осенью пользоваться. Очень полезная штука для возрастной кожи. Очень полезная штука для нашего омоложения, для того, чтобы не было морщинок. Все это непременно нужно, антиэйдж такой нам с вами соблюдать. Но это для тех тетенек, кто хочет все это соблюдать, они все прекрасно знают, что без ретинола и без витамина А нам с вами, к сожалению, не обойтись.
Вот, это что касается ретинола и витамина А. Дальше у меня вот такая вот покупочка очень интересная. Кстати, вот сейчас вот как раз сидела, думаю, вот надо посмотреть точно какой состав. И у нее такой состав, вот у этого очищающего бальзама. Короче, предисловие, с чего началось все это у меня. Я вообще очень сильно полюбила умывание, масляное умывание, да. Сейчас открою. Началось все с того, что я раньше вообще никогда масляным вот этим умыванием не пользовалась. Как-то из-за того, что я не делаю вот такие вот серьезные майкапы, да, там для лица, там у меня там нет 8 средств, нет там праймеров, всяких вот этих вот как-то там маскирующих, корректирующих средств. Я даже сейчас же забыла даже какие-то названия тональных кремов и так далее и тому подобное. Всем этим я очень редко пользуюсь. Мне как-то вот нужно, чтобы у меня было лицо нормальное и пудра. Пудра, ну, румяны, что вот. Просто вот натуральные губы я очень люблю, глаза, ну, я вот так вот живу, я не люблю нарисованные лица. Недавно себя поймала на мысли, что вот у меня там есть девушка одна в Инстаграме, и я когда ее, когда включаю Инстаграм, и если, например, вот от нее выложен какой-то пост, вот от ее вот нарисованного лица я даже больше его боюсь. Вот, если честно, вот я когда ее вижу, я прям даже ее пугаюсь. Вот эти вот нарисованные брови, вот такие вот ресницы, нарисованные вот эти вот пухлые губы, ровное-ровное лицо, прическа, все вот так вот одетый человек. Я вот даже, ну, я как-то даже пугаюсь вот больше такую женщину, вот чем вот как-то восхищаюсь ее красотой. Вот для меня, честно, в этом красоты нет никакой. Вообще нет в этом для меня никакой красоты. И к чему я? Вот. И поэтому я вот так лицо никогда не рисую, поэтому мне вот такие вот масляные умывалки, они мне никогда не были нужны. И я нечаянно приобрела вот эту умывалку только потому, что от Innisfree, только потому, что она была яблочная. Это была новинка, яблочная умывалка. И мне-то хотелось, как-то была весна, и мне-то хотелось чего-то такого вот свежего, но у меня всегда-то как-то вот все зависит от времени года, и мне чего-то хотелось такого свежего, и тут вот в новинках, там на iHerb есть новинки, да, я всегда туда залазю, смотрю, что там новенького. И вдруг я увидела яблочную умывалку, и как-то я так себе ее представила, она такая зелененькая, красивенькая. И я ее получила, а оказалось, это масло. Я вот прям вот в таком вот в порыве прям, да, там яблочная умывалка. Это оказалось масло. И я стала им умываться. И мало того, что это отлично смывает помаду, отлично смывает тушь. Раньше я, например, вот это все мне нужно было 8 раз помыть, потом еще вот так вот ваточкой с каким-нибудь средством, да, там пройтись, все это подтереть. Ну, короче, с ума можно было сойти. Теперь достаточно один раз помыться, прям один раз, и все у вас помылось, как бы. Вот это первый восторг, который я испытала от масляные умывалки, то, что какой бы макияж у тебя не был, он с первого раза смывается. Это вот первое ее вот такое вот достоинство. Так мало того, когда я еще стала умываться этой умывалкой, я заметила такую вещь, что вот это вот все вещи, которые говорят, что вот лицо как бы оно должно начаться с умывания. Вот если ты все вот эти вот этапы правильно делаешь, то когда у тебя правильное умывание, то у тебя потом и тонер по-другому ложится, у тебя уже сразу, ну, как бы изначально-то вообще нужно брать, там, чем ты питаешься и какие БАДы ты, да, там, получаешь внутрь в себя, потому что лицо, оно же у вас все равно в любом случае вырастает из того, чем вы себя кормите, это понятно все. Но вот я, например, заметила кардинальную разницу. Просто я никогда раньше не пользовалась масляными умывалками, а когда я ее получила вдруг вот для себя, там, да, там неожиданно, я вот стала делать такие вещи и заметила, что вот, например, ты просто помоешься там пенкой, например, да, там для умывания, но это тоже, ты же не один раз в день умываешься, когда-то нужна пенка, когда-то нужен гель, когда-то вот такое вот масляное умывание. И вот когда, если, например, вот мне 46 лет, и у меня, конечно же, уже
Она у меня вообще тонкая кожа, сухая кожа, и благодаря тому, что я ей занимаюсь своей кожей, да, я не даю ей вот быстро сморщиться и быстро увянуть, как сказать, потому что женщины с плотной, вот я, например, замечаю, есть женщины, они с плотной такой, с толстой, с такой кожей, да, конечно же, они медленнее стареют, потому что у них вот этот вот слой такой вот, он плотный. И они, может быть, вообще ничего не делают. Да, я им по-своему завидую, но у меня никогда такого вот не было, нет и не будет. Вот это такая вот у меня своя, например, там, да, вот эта вот генетика. Это точно так же, да, как, например, вот если у меня вот такие вот там свои вот такие вот тонкие волосы, да, то что там не делает, то они не будут, например, там какие-то там вот такие вот пышные, и их вот такое вот количество никогда мне не сделать. Да, мы будем поддерживать и стараться сделать лучше. Вот как бы поддерживать мы будем и каждый раз делать лучше свои волосы. Но вот что-то кардинально мы все равно не сможем изменить. Это нам всем должно быть понятно. Но суть не в этом. И я вот для себя, например, вот поняла, что очень важно именно найти, ну, вот это, начинать с правильного умывания, что это даже не то, чтобы вот смывать вот эту вот косметику, весь полный майкап, а это именно вот с него лицо у тебя и начинается. И я вот заметила, что когда я, например, вот это вот правильное умывание сделаю, то все потом по-другому уже на тебя укладывается, и твое лицо, оно по-другому уже выглядит. Вот это все, вот поэтому я вам говорю, все нужно пробовать. Ничего не стоит как бы вот отрицать и отодвигать. Но это обратно же тоже вот у меня вот так произошло, только потому что вот нечаянно она ко мне и попала. А так бы, может быть, тоже это, когда еще случилось? Так и случилось вот с этим средством, с этим бальзамом, точнее. Вы что думаете, я не видела его там? Я его миллион раз видела в распаковках у других девочек, да? И прекрасно знаю, что они тоже смывают им макияж. Но я когда покупала духи в Золотом Яблоке, мне там надавали всякие разные пробники. Я вам показывала там и духи, и кремы, и все что угодно там мне давали. И я недавно в баню пошла и взяла с собой вот этот пробник. Это тоже умывалка, но это вот такой, как это называется, бальзам. Бальзам для умывания. Вот так вот он выглядит, вот этот бальзам для умывания. Сейчас посмотрим, где нам будет его видно. Нигде не видно нам его. Ну, короче, вот такой вот он, бальзам для умывания. Вот там. И я когда его открыла и стала наносить на свое лицо, просто вот потому что мне нужно было умыться в бане, я такого вот тоже ощущения никогда не испытывала на себе. Вот сколько в моей жизни было всяких разных умывалок, но вот именно бальзамом умывать свое лицо, вот это такое вообще вот... Такое ощущение вообще необыкновенное. Это вот как будто бы ты какой-то нектар разносишь по своему лицу, и это так приятно. И потом лицо такое фантастическое. Ну и что? Что? У меня сразу произошло все. Ну это значит должен быть, и, конечно же, бальзам. Я сразу залезла. Бальзамы для лица. Да, там есть разные бальзамы. Ну каких-то нет наличий. Там мне какой-то еще хотелось заказать фирму, но его нет в наличии. Это, кстати, у меня от Сислы. Вот этот пробник. И мне вот очень интересно вообще, потому что, ну, как бы понятно, что миллион хороших отзывов на Хэмиш. И не только на эту пенку, там на все средства, на сияющую базу. Что там еще люди любят? На кушон там вот от Хэмиш. Там. Что еще? Ну, больше всего, конечно, вот на эту вот пенку. На этот бальзам. Все никак я путаю. И вот мне очень интересно прям вообще, какая-то тут лопаточка такая, которая как будто бы как примагничивается, такое ощущение, крышечка. Так убираешь. Это, ну, наверное, она, может быть, дальнейшем не нужна. И меня удивил, понимаете, я что хотела сказать, да, здесь же ничего не написано, вот что, почему он такой божественный. Но когда ты начинаешь читать состав, вот я открыла
вот этот вот бальзам Хейбиш, да, и когда ты начинаешь читать состав, вот что здесь масло ши, экстракт кокоса, экстракт фрезии надломленной, экстракт ириса, экстракт лайма, экстракт жасмина, экстракт лилии, ланцетолистной, экстракт эдельвейса, экстракт цветов лотоса орехоносного, экстракт цветков нарцисса, экстракты розы, масло из цедра апельсина, лавандовое масло, масло из цветков герани. Это же просто можно сойти с ума. Как бы, когда ты начинаешь читать состав, ты сразу понимаешь, откуда вот это вот волшебство на твое лицо попадает. Потом дальше читаю. Масло из цветков герани, масло из коры амируса, масло из цедры грейпфрута, масло из листьев эвкалипта шаровидного, масло из листьев чайного дерева, масло можжевельника мексиканского, масло басвелии, мое любимое, масло из плодов бергамота, вода тут и тыры-пыры. Я к тому, что вот вы представляете, да, вот. То, что вам не видно. Наверное, так и не видно будет. Вот какой богатый состав. Ну и сразу становится понятно, да, откуда вот это вот божественное волшебство, которое ты получаешь. И, кстати, запах у него практически такой же тоже. Здесь вот все, что я прочитала, да, вы можете представить, что это смесь бульдога с носорогом. Нет, никакого бульдога с носорогом нет. Здесь, конечно, он такой какой-то... Такой поинтересней, такой вот сам ароматик, но по качеству я вижу, что это вот то же самое, вот такое же вот твердое вот это вот масло, и я прям вообще прям дождаться не могу, когда я сейчас сниму видео и с удовольствием смою свой макияж вот посредством вот этого маслица, прям дождаться не могу, вот, потому что мне прям вот... Очень сильно хочется это сделать. Я сейчас вот там прям расскажу про порошок, прям помоюсь, пойду и покажу вам, и расскажу вам в конце, как вот это так же восхитительно или нет. Кстати, у меня заварился чудесный чай. Вообще супер, просто супер. Чудо-чай заварился. Он уже почти весь закончился, мы уже выпили. Сейчас уже вечер, когда я снимаю вторую часть видео. Вот такого вот цвета. Ай, цвета он такого темного получается. Ничего не осталось, просто уже. И самое главное, что здесь есть, вот в этом термосе я вам забыла рассказать. Здесь есть вот такая штука, что когда вы завариваете чай, вы сюда можете вставить вот это вот ситечко. Видите, вот такое вот ситечко. Вы вставляете, и вот вся заварка, чтобы вы там не заваривали, она к вам... Бокал не попадает. Когда вы просто наливаете сюда какой-то напиток, ну там или воду, или что-то, да, вы можете не вставлять это ситечко. А когда вы завариваете чай, то тогда вы вставляете это ситечко, и все. Просто очень счастлива, что он пришел. Вот, и что дальше хотел сказать. Здесь у меня последний товар буквально остался. Купила я порошок от Граф Грин с дубом. Я очень люблю вообще вот этот вот порошок. И обычно я всегда покупаю свой любимый, который у меня с гордением. Очень, да, много лет я постоянно покупаю вот этот порошок с гордением. Я его обожаю вообще. Вообще обожаю вот эту вот фирму. Очень много лет назад я еще была с ним знакома. Его продавали в Рубльбуме у нас. Одна штучка стоила 50 рублей его на кассе. Вот как-то я не помню, например, чтобы его продавали в пакетах. Может быть, его и продавали. Я вот это не помню. Я помню, что на кассе такой был замечательный запах стоял. И вот лежал вот этот вот в пластиковом контейнере вот этот порошок вот в этих вот пакетиках. И вот этот пакетик стоил 50 рублей. И вот давным-давно... Я еще с этим порошком познакомилась благодаря вот этим вот покупкам. Это было, ну, достаточно таки дорого, но вот этот запах, он меня еще тогда пленил. И уже потом, когда я познакомилась с iHerb, я увидела, что там в продаже есть этот порошок, и с тех пор я всегда его покупаю. Но сейчас я купила дуб. Именно дуб я купила, потому что сейчас вот у нас наступила осень,
И я хожу в парк, который у нас так и называется «Дубки». У нас есть садик 1 мая такой парк. Есть такие старые, которые парки, парк «Дубки» старый. И там очень много дубов посаженных. И вот этот вот запах почему-то, он мне сейчас такой вот такой приятный для меня прям осенью он такой стал. И я почувствовала, что я прям хочу с этой осенью прям как-то вот посредством этого запаха как-то слиться, раствориться в ней, такой стать какой-то незаметной вот в этой осени. И почему-то я вот почувствовала, что именно хочу вот именно, чтобы вот такой запах присутствовал на моем белье, на моей одежде, в моей квартире. Как-то ничего такого вот я яркого сейчас не хочу, такого чего-то я хочу более спокойного. Поэтому и приобрела именно с дубом. Сразу взяла 50 пакетиков. Сразу взяла на 50 стирок, точнее. Здесь прям так отрезаешь, а потом внутри вот такой вот выбираешь. Ну, так мне сейчас сложно описать этот запах. Не могу вам ничего сказать. Потому что вообще покупаю его в первый раз, потому что много-много лет я покупала только запах гордении. Так вот про него не могу сейчас сказать. Конечно же, он не пахнет дубом, как в этом, как в парке. Но какой-то с такой вот травянисто-древесный запах такой смешанный. Вот, отличный порошок. Я его просто очень сильно люблю. Вот, поэтому взяла сразу большую упаковку. Сразу вот этот вот пакетик я одну штучку прям кидаю в барабан, и все, и там порошок растворяется и в холодной воде, и в горячей, в любой. И отлично стирается. Так, здесь не знаю, как вот у меня, потому что на гордении здесь так и написано, что здесь 3 в 1, потому что здесь сразу все уже, здесь сразу и стирка, и кондиционирование. Вот, а у этого порошка я не могу. Не могу сейчас здесь вам сказать. Единственное, что могу сказать, что на совсем грязную стирку здесь нужно 2 штучки класть. Ну, такой совсем грязной стирки у меня не бывает никогда. У меня, в принципе, такого белья не бывает. Все просто нужно как бы всегда как освежить. Больше, в принципе, ни в чем не нуждается мое белье. Сейчас я посмотрю здесь. Точно тоже так же 3 в 1 или нет. Так, вообще 750 здесь граммов получается. 50 стирок, здесь 750 граммов. Наличие 976 рублей. По запахам здесь полным-полно. Вот здесь березовая еще. Вот еще березовые ветви. Березы тоже очень хорошие. Должен быть спокойный запах. Вот его тоже можно взять. Нужно будет посмотреть на него, присмотреться тоже в следующий раз. Нетоксичная формула, не содержит фосфата, хлора и красителей. Глубокое очищение, яркое и пряное. Так, сожмите, чтобы почувствовать аромат. Яркое и пряное, наверное, это они имеют в виду. С гордостью, мне нравится, с гордостью изготовлена компания Grab Green. Но они могут гордиться своей продукцией, конечно, молодцы. Нет, что-то я не вижу здесь, чтобы было написано, что 3 в 1. Возможно, этот порошок не 3 в 1. Возможно. Еще я увидела у них вот эту штуку, которая такие листы для кондиционера. За место кондиционера вы просто кладете туда какую-то тряпочку, и она кондиционирует белье. Вот с ним я не пойму, как бы мне вот хочется его попробовать, вот эти вот листы. Но я не понимаю, как это, наверное, только для тех, кто... У кого вот 2 машины, вот это одна стирает, другая сушит, и там, где сушит, там написано, что нужно положить в белье для сушильного отделения. Или я просто не понимаю, когда его класть и куда. И я так поняла, что это если у тебя 2 машины, одна стирает, другая сушит, и когда ты уже сушишь белье, ты кладешь вот эту вот тряпочку с вот этим вот ароматом и
у тебя белье сушится, не мнется и имеет аромат. Я так поняла, что для обычной машинки это не подходит. Может быть, я так неправильно поняла, кто уже пользовался вот этими вот такими вот тряпочками, кондиционерами. Напишите мне, как вы ими пользуетесь. Мне очень интересно, потому что я вот увидела у них такая вот новая эта вот штука. Потому что я пользуюсь кондиционером. Мне нравится пользоваться кондиционером. Я вообще люблю эту тему. Вот. Короче, будет у меня теперь с дубом история вся моя. Ну что, бальзам Хеймиш. Ой, какой он вообще очаровательный. Вы не представляете вообще. Так, знаете, на что похож на этот? На мёд акации, да? На мёд акации. Он так... Мне нравится, как он... А вот когда я была в бане... Это было вообще неописуемо просто. Вот какое-то вот такое лицо, все оно у меня такое вот было прям распаренное такое. И так прям мне прям, знаете, я прям вот как стала наносить на, когда на кожу, я прям дикий восторг вообще испытала. Это просто неописуемо. Вот я так взяла, вот видели, взяла немножечко, а этого вот так вот как уже много. Получается. И мне прям вот так вот нравится, прям вообще такое удовольствие испытываю, что единственное жидкое, оно вы выливаете, и, ну, естественно, оно такое жидкое, это надо как-то побыстрее все делать. А здесь, ну, вот видите, он до сих пор у меня еще здесь кусочки. А здесь получается так, что у вас есть возможность вот потихонечку, вот так вот плавно все вы вот так вот помоете. Ну, сейчас, конечно, перед вами тут глаза тереть не буду. Хотя, если бы была бы помада, вы бы увидели, как это здорово вот растирается вообще. Как это вообще здорово смывается все. Вот. Ну, сейчас я пойду помою и вам потом расскажу. Вот. Мне прям очень нравится. Это вот масляное умывание. Прям я балдею прям сейчас от него. Супер. Можно вот так прям и массаж поделать. Всякие разные. Пока умываешься. Да? И ушки не забывайте мыть. Потрясающе прям. Здорово, что они придумали вот это все. Ну все, пошла смываться. Ну вот, что хочу сказать. Ощущение прям вот очень приятное. Мне прям очень нравится. Вообще, как здорово, что я для себя открыла его. Единственное, я вам говорю, вот разницы нет никакой. Единственное, что у Сисли у него такой запах такой какой-то медово-цветочный такой. Вот сам запах такой, конечно же, какой-то поинтереснее. А так вот по ощущениям прям вообще супер. Мне прям очень нравится, что я открыла для себя это. И все. И потом я прохожусь тонером любым. Сразу становится хорошенькое, чистенькое, свеженькое лицо. Вот, девочки. Такая у меня была посылочка. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели меня. Да. Много чего, конечно же, нет в наличии. Я вот уже смотрела прям все, что сейчас каждый день какие-то скидки 25%. Все прям разбираю. Сегодня это все разобрали, завтра это все разобрали. Вообще нет ни, вот, ничего уже. Вот прям все, конечно же, разбирают прям осень. Сейчас все прям подметают. Чуть ты там что-то там хотела положить, упустила, все уже нет этого. Так что будьте начеку, давайте. До новых встреч, увидимся.